Всем привет, с вами Вокс. Это наш новый выпуск обзоров модов. В этом выпуске мы поговорим о двух модах, но зато очень прикольных. Один мод добавляет лишь один блок, а второй мод добавляет лишь одного нового моба. Итак, поговорим сначала о блоках. Итак, вот такой блок добавляет первый мод. Это ламинат. Он делается очень просто, но только из еловых досок. Потому что, вот, например, вот попробуйте дубовые доски. Из них не получится сделать ламинат. Только из березовых, так сказать. Из березовых не еловых, а из березовых. И вот у нас получился ламинат. Можете его поставить куда угодно. Как мне кажется, он считается совсем. Текстурка HD. Как видите, пиксели. Такие вот пиксели. Ну, в общем, этот мод себя уже исчерпал. Такой очень красивый, как видите. Я еще говорю, он делается из одного кремня и четырех березовых досок. Ну, такой вот легкий и простой крафт. Только кремень трудно добыть, это знают все. Итак, а второй мод расскажет нам о персонаже. Он стебный персонаж. О Сталине. Этот мод добавляет Сталина. У него 1000 жизней, как видите. И алмазника в полном сете. Он убьет с 4 ударов, да-да. Сейчас мы это с вами и проверим. Возьмем алмазный меч и алмазные доспехи. И посмотрим, как он нас покарает. Итак, мы взяли полный сет доспехов. Вводим гейммод 0. И вы видите, он уже агрессивный. Но что-то мне не кажется, что он меня снесет с 4 ударов. Потому что, значит, автор обманул меня. Это автор... это от создателя мода на Чака Норриса. Это просто изменена текстура. И название яйца призыва. Но сейчас мы проверим еще раз. Мы сейчас не сразимся. Я буду сражаться в полную силу. Его фиг замочишь, он видит, как много жизней. Если, например, обычный алмазный меч сносит где-то по 16, что ли, сердец. Ой-ой-ой, все, я попал. Сталин, прости меня, нет, не расстреливай. Нет, все, видите, как у нас мусор покарал. Ну вот, на этом наш обзор мод заканчивается. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, кому понравилось это видео. А с вами был Мистер Бокс, всем пока! Люди, вам чуть не забыл сказать про то, что я хотел сказать в начале этого выпуска. Я хотел сказать про мою днюху. Она будет в 11 июня, так что, пожалуйста, я хочу на этот день устроить конкурс. Пожалуйста, пришлите мне деньги на WebMoney. Я устрою конкурс по какой-нибудь игре, которую вы захотите. Ну, или которую я захочу, точнее. Да, которую я захочу, потом я и сделаю. Ну, наверное, я сделаю по... наверное, по лицензионной Battlefield, наверное, ну, не знаю, как, по какой игре, собственно, потом решу уже, если когда наберу, когда вы мне скинете, сколько будет денег, на такую игру я и сделаю. Итак, если, не хватит денег ни на какую игру хорошую, пристойную, то тогда я... сделаю просто какое-нибудь видео хорошенькое. Или же... А, нет, я не сделаю видео. Я создам такую прикольненькую рубрику «Игра с подписчиками». Я уже давно хотела сделать эту рубрику, но что-то не решался. Итак, в этой рубрике я создаю сервер на Хамачи. Или не на Хамачи. Потом, если не на Хамачи, то я скидываю вам IP и играю с вами. Просто играю. Может, это будет как стрим делать, то, что когда с вами буду играть, так что решите, либо я стрим буду делать, как с вами буду играть, либо я буду снимать просто, как я буду играть с вами, будем такой, или просто на сервере какой-нибудь найдем и будем там играть. Я буду говорить, какого числа, во сколько будет вот это проходить, так что следите за новостями в моей группе, ссылка на нее будет в описании, WebMoney мой будет в описании, также я буду тоже в описании, моя ссылка, скайп мой тоже в описании, чтобы связаться, если что. Ну все, теперь тут наконец-то закончилось мое объявление такое небольшое, так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите мои днюхи, всем пока!